Илья, начну сразу с момента, который произошел в матче с Вышкой, повреждение Евгения Горяева. Расскажи, насколько оно серьезное? Ну, мы точно не можем сказать, но подхват был сзади, прям в ноги. И в данный момент мы не можем по нему ничего сказать. Вызвали скорую помощь, ждем известий, желаем ему скорейшего выздоровления, потому что он один из лучших игроков нашей команды на данный момент. Присоединяюсь к пожеланиям. Говоря в матчах, которые сегодня вы провели, в первой игре с Крю очень такая равная игра в целом и победный гол только в концовке. Ощущалось ли то, что все-таки команда, вернувшаяся в Вышку из премьер-лиги, навяжет сильную борьбу и будет очень тяжело действовать? Да, мы, конечно, ожидали, потому что мы с этим противником уже играли в кубке, и мы вылетели от них. Мы знали то, что это очень хорошая команда. Ждали то, что будет у нас жесткая игра с ними, но, как видите, нам немножко повезло, потому что прямо на последней секунде мы забили решающий мяч, и, как говорится, все равно 3 очка за нами. Вот во второй игре с Вышкой уже удалось намного увереннее и быстрее забить 3 мяча в первом тайме. Это все-таки следствие того, что команда набрала форму по ходу первой игры, или все-таки чувствовалось, что Вышка подошла к этому матчу, может, возможно, немного не собрана? Нет, почему? Вышка очень хорошая команда тоже. Мы с ней в том сезоне играли тоже, очень хорошая команда. Но у нас была первая игра, мы уже немного притерлись друг к другу, у нас было взаимопонимание и уже играли в свою игру, которую мы играем всегда. Не могу не отметить твой фантастический сейв в первом тайме. Расскажи, в чем секрет успеха? Нету никакого секрета. Просто тренируемся, занимаемся и стараемся просто играть в свой футбол, который мы показываем в данный момент. Также пару слов о форме в новом сезоне команда, в новой экипировке. Если не секрет, если знаешь, кому пришла идея и в чем, может, какие-нибудь фишки особо в этой форме? Нет, нету никакой фишки, просто нам Академия помогла, и у нас теперь есть своя форма, сборная Академии, и вот мы выступаем теперь в ней. Ну и поскольку сегодня был сыгран первый матч, расскажи, какие цели ставит команда на этот сезон? Конечно же, футбол — это непредсказуемая игра, но, как мы в прошлом сезоне показали, то, что мы первый круг совсем проиграли, а во втором круге у нас была беспроигрышная серия там, из 10 матчей. Мы просто хотим отыграть, потому что мы последний год, скорее всего, в высшем дивизионе, потому что мы все уходим, у нас уже выпуск, и мы ставим цели просто играть в свою игру, и какие мы покажем результаты, для нас это будет очень хорошо.